Что случилось? Я пытался выбраться из леса и натолкнулся на шайку йотунов. Они схватили меня и заперли. Попал из одной этой клетки в другую. Ирония, а? Помоги выбраться отсюда, пожалуйста. Ты такая Марга. Обалдеть, вообще представления не имею. Даже я не знаю, почему я спрашиваю, кто такая Марга. Ты не босс? Йотун босс. Да куда ж ты порталишься-то, осёл? Назад нажимаешь, он порталится вперед. Уступиться. Опять! Ну ты и урод. Это какая-то жесть. Что за дебил? Блокирование урона, блокирование. Блин, блокирование урона. Это самый ненужный навык в игре. Вот отвечаю, ни разу в голову. Блин, давайте как-нибудь попробуем сейчас поиграть через блок. То есть не через уворот, а через блок. Возможно, реально классная тема. Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Kingdom of Amalur: Rerekoning. Вот, и, о, кстати говоря, мы туда зашли, да, и тут ушли, отлично. Давайте сейчас тогда, да, в прошлой серии мы победили какую-то тварь огненную в чертоге разбойников. Вот, и в этой серии, я так понимаю, у нас особо заданий здесь нет. Поэтому будем открывать территорию, вот, и выполнять соответствующие. Вот, у нас тут два каких-то есть, да. Брать задания и, соответственно, их выполнять. Так, давайте тогда сразу отсюда и начнем. Вот сюда вот вниз у нас куда-то идет это. Какие-то твари тут. А, ой, нет. Ой-ой. А смотрите, этот крудок-то уже, кстати говоря, второй уровень. Ой, в смысле, зеленый. Вообще изи. Сколько? 193 опыта за него всего, обалдеть. Видать, мы уже этот самый перекачались для этой территории, да? Ты крыса мелкая. Пойди сюда. Зараза такая, на тебе. Блин, почему-то дальше урон больше начинает лететь. Вначале вообще урона не идет, просто пипец. Так, эти лоботрясы у нас сверху. Вот, и немножко вот разлад, да, с этой картой, блин, потому что непонятно. Не шибко, так скажем, тут этот... Ой, ну что, тут парочки ходят, все эти курдоки сраные. Кстати, курдока мы достаточно быстро валим. Давай, плюйся уже. О! Йохар, ну давай. 600 голды, нифига себе. Так, понятно. О, кстати, что у нас там по уровню? Ну, не по уровню, поэтому по шматью. По шматью норм у нас. Так, все вроде как тут. Получается, сейчас, наверное, вот так вот сделаем, да, пробежимся. И, я так понимаю, наверх вот сюда вот. Тут как раз много всего. Вот и трепотня там сразу есть. Вот это вот нам на... Ой. Блин, нафиг, конечно, пипец. Хотя на самом деле говно. У нас что-то лоботрясы, кстати говоря, там уже дерется. Вот все. Какой молодец. Эх, зараза. Смотрите, зато сейчас как у нас проще стало, да, с этими? С пауками, со всеми. Насколько мы их... насколько они меньше нам урона наносят. По сравнению с тем, что было. Просто кошмар. Вообще изи. А то раньше там, да? Как там? Ударит на пол хп, не знаю, что и делать, блин. Как и откашляться. А сейчас, ум как, красота. Так, где-то тут... А, вот. Понятно. И это все понятно. И там сзади, там, да, еще? Раза. Да, смотрите, насколько стало проще, просто обалдеть. Они левела, видимо, мелкого, да, мы слишком большие уже для этой территории, я так понимаю. Вот, и намного проще было. Так, на, через верх, получается, чтобы наверх-то попасть. Да, волк тут какой-то уже. Какой у тебя? Сколько нам? 40 тысяч надо. Ну, понемножечку, помаленечку мы наберем, думаю. Давай. Отлично. Думаю, и добьет.
Ну давай, давай. Вот очень не хватает какой-то кнопки, чтобы забрать все. Возможно, есть какая-то. Давайте попробуем. R. Пробел. Только разве что на пробел по-быстрому нажимать. Нет такого, знаете, типа как... Ну, в каких-нибудь игр там. Блин, в какой игре на R нажимаешь, и он типа забирает все сразу. Не на кнопку именно, да, а на... Ой, вернее, не мышкой кликать, а именно нажимаешь, вот, и очень упорчало бы. Ну, кстати говоря, почти этот набралось. Такие. Судьба! Судьба набралась. Так, ну-ка давайте. Какие-то клетки, шаманы. Ух ты. Ну давай. Вот тебе и трудный. Вот тебе и трудный, просто пипец. С первого раза. Так, ну давай. Прошу, откройте клетку. Это наелись антилопой, но мне не нравится, как тот здоровый на меня смотрит. Что случилось? Я пытался выбраться из леса и натолкнулся на шайку йотунов. Они схватили меня и заперли. Попал из одной этой клетки в другую. Ирония, а? Помоги выбраться отсюда, пожалуйста. Ты такая Марга. Обалдеть, вообще представления не имею. Даже я не знаю, почему я спрашиваю, кто такая Марга. Милая девушка, но она рассчитывает на больше, чем могу я ей дать. Так что мне пора смываться. Она постоянно нудит о сказках, которые ей рассказывает бабушка, о духах, превращающих людей в животных. Она в них верит, а это для меня удобный предлог. Не припоминай только, чтобы там было что-то о похищении Хьотонами. Я тебя выпущу. Спасибо, Лупоку, я твой должник. А, слава богу. Если увидите девушку по имени Марга Самок, то не говорите, что видели меня, или скажите, что я превратился в антилопу. Она поймет. Еще раз спасибо. Так, йотуны. Да, здоровый, все, жевал антилопу и ухмылялся в мою сторону. В жизни йотунов больше видеть не хочу. Лорка Рейн. Джедда всегда говорил о том, какие сокровища нас здесь ждут. А на мою долю выпали только йотуны и сплошные неприятности. Марга Самок. Красотка синяя весела поначалу. А потом она заводит речь о замужестве и детях. Я к такому не готов. Орейн Вильсар. Я скитаюсь по свету с самого детства. Остепениться — это не для меня. Окей. Ну, по крайней мере, все пока... А, вон там, наверное, идут, да? И йотуны-то эти. Да, он что-то недовольный, по-моему. Кстати, йотунов, наверное, можно даже этой... Ой. Ой, да что ты, зараза. Йотунов, наверное, можно судьбой завалить, я так понимаю, да? Мертвая антилопа, серебряная цепочка, нифига. Прекрасно сделана серебряная вещь. Не знаю, что это такое. Так, ну давай, этот уже там побежал, да? Так, у нас тут, я так понимаю, это все. Йотун-вождь, йотун-воитель, два вождя. Пойдем позовем на праздник жизни остальных-то. Чтобы сразу всех завалить. Так. Ты, зараза. Ты, лысо. Так, подожди, мужики. Мне немножко их хватает. Во-во, хватает, все. Да дайте мне включиться. Да вот урод, а. Ты жирный, иди нахрен, дай мне включить. Во. Так, есть. Вам успеть завалить их. Так, есть. Фу, хорош. Должно быть нормального опыта. 900. Нормального опыта, нормально, пойдет. 900 целых. Целых 900, о. Так, огненный урон. Ну, подвеска у нас, конечно, атас. Поэтому, о, нифига тут опять. Брейкданс тут устроили. Так.
Ой-ой-ой, я понял, я все понял. Так, а мы можем сюда как-то портальнуться, ни хрена, да? И сюда очень долго бежать, просто караул кошмар. Тогда придется воспользоваться секретным трюком. Сердце Сибуна. Но осознанно из камня плоти все же как будто пульсирует злобой. Блин, что-то я боюсь это выкидывать. Вот это тоже вот золотые цепочки, знак короля. Сейчас вот выкинешь и все, и гг. Так, сильное зелье исцеления на какую-нибудь шляпу, типа... Вот, типа воровского зелья. Вот такого, мне кажется, оно тоже место занимает. Остановление маны. Так, давай сюда. Кровотечение, ладно, пойдет. Красноречие, убеждение. Убеждение, тоже какой-то бред. Так, соблазнение, восстановление маны туда же. Так, ну и призрачный призрак туда же. Так, давайте сейчас попробуем, посмотрим. 90, да? Считается ли вот это вот? Да, считается, отлично. Все-таки банки все-таки считаются, видимо. Окей, так. Нам надо добить. Давайте трепотню сразу возьмем. А, тут сразу этот. Блин, надо бы, наверное, кстати, пользоваться этим, да? Мясницкие перчатки. 15 крон. Ну, у нас скитальцы, поэтому... Поэтому мимо. О, мантия чародея. Ага. Что-то у нас было, что-то такое на чародея. Вот, я думаю, что с этим мы соберемся. Так, не буду говорить. The mirror that tantalized the stars, Lyria whispered to Tyrion. On rocky spur of sable stone shall heaven's mount prove, is a seat of elegance near kin, a shard of night to glisten in the foam, a spire from the seabed to drip from the sky's veil. There will your people be closest to my voice. And so awoke Baela Tyrion, the calm and majestic, to see the cliffs against the coast, and Lyria's throne before her. Все, наболталась. Ну давай. Ага, вот она. Марго Сэм. Что-то случилось, да? У тебя на лице написано, вы нашли Орейна? Отправляйся домой. Ну-ка давай. Не хватает места. Вам не хватает места для полученных вещей. Они были положены в сумку для трофеев. Окей. Что ж, родителям Орейна все равно не нравится. Думаю, я могу найти жениха и получше. Был один парень. Думаете, мне и правда лучше без него? Вы правы. Пойду-ка я домой. Спасибо. Ну, отлично. Видать, мы, нам надо было тут начинать первый квест, да, там уже выполнять. Ладно, лорд Орейн. Мне нужно было вам слушать Джеду. Никакие сокровища этого не стоят. Марго Сэмок. Я скучаю по семье, просто хочу домой. Зачем я пошел за Орейном в этот проклятый лес? Так он говорит, что ты его сюда приволокла. Вот пипец, переваливают стрелки, друг на друга переводят. Орейн Вильца. С ним всегда было весело, но он не только не относился ни к чему серьезно. Твоя правда, мне просто нужно домой. Турин и Джедда. Когда Турин пропал, а Джедда ушла его искать, я думала, что наконец смогу побыть наедине с Орейном. И именно тогда я его потеряла. Окей. Так, что у нас тут? Мощный перстень. Ну, не такой он и мощный, но в любом случае у нас тут есть синевый посох. Вот черт его знает. Эти, наверное, я оставлю обязательно. Вот жезлами, точно жезлами не собираюсь пользоваться. Посохом, может быть, еще попользуемся, но жезлы это вообще трэш. Поэтому уничтожить все. Так, ну и давай забираем. Отлично, продадим хотя бы. Так, еще один квест выполнен. Прекрасно, прекрасно. Так, сейчас вот так, наверное, да, пройдем. И вот тут как раз-таки на мосту еще какое-то заданице есть. Ой-ой-ой. Кобальт-дикарь. Еще и кидает, сколько мерзавец. Наш пацан-то, смотрите, там на себя взял. Какого-то негодяя. Кто пошел сюда? Так, наш пацан там справится, думаю. Блин, надо бы... Надо какую-то эту. Так, мы, получается, начинаем-то откуда? Если портальнуться сюда. Мост Стража. Ну, где-то вот здесь вот мы, по-моему, начинаем как раз-таки. То есть, в принципе, наверное, можно даже портальнуться сейчас, продаться. Да давай, господи. Он победил. Вот какая немощь-то, а.
Не нежить, а вы призываете могущественную немощь. Не нежить призывайте, а немощь. Вот, очень похоже на это. Так, кристалл давай. Так, подходу мы и не были тут, ничего себе. Ой-ой-ой. Так, ну давай, я готов, 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 готов. Ой, говно. Ладно. Не взорвалось, ладно. Это просто ад! Это еще хуже, блин! Это еще хуже, чем когда они рядом. Через один это просто ад. А потом еще и два раза надо кликнуть. Это просто невыносимо. О. Так. Ладно, давайте, наверное, портальнемся уже. Черт возьми, сколько можно? Сколько можно? Сколько можно? Так, эту рожу сразу вспомнил. Сколько можно? Так, сейчас продадимся. И да, посмотрите, у нас что там по сетам что-то есть, да? Новые какие-то предметы. Возможно, у нас теперь на мага есть сет. Здорово, здорово. Прости, прости. Так, ремонт. Окей. Окей. Ну, давайте. Блин, ну-ка. У меня сейчас что-то в голове кое-что возникло. Сейчас я посмотрю быстренько. Так ли это? А, не, нифига. Даже тогда говорить не буду, что я подумал. Так, нам, получается, тут ничего не надо, да? Да. Обалдеть, сколько вещей, просто кошмар. Обалдеть. Так, и где-то вот здесь вот. Да-да-да-да, я понял, понял тебя. Так, туфли Лани, ладно, это получается щит Габриэля. Он у нас 107, а, он на силача, поэтому просто продаем. Блин, почему я не могу их разобрать? Просто бесит, просто. Просто, бесит, просто. Так, это все продаем. Это все продаем. Вот. Две у нас. А, длани тоже есть. Нифига не стоит денег-то. 10 тысяч. Сколько у нас? 248. Нифига себе, я что-то там начал стонать, что у нас вроде как немного денег, блин. Нифига себе. 100 тысяч, блин, с ума сойти. Реально, желтые шмотки в самом начале, которые они вообще не нужны были, мы их даже разобрать не смогли. Бы. Вот кто-нибудь написал бы, что их нельзя было разобрать, но, видимо, не знал никто. Я бы тогда не это самое не мучился бы, просто продал бы сразу их. А? Они тем более это такое говняное. Говняненькие бонусы дают, поэтому смысла особо никакого не было. Так, давай положим. И взять плавники акул, наверное, стоит уже разобрать. Мы их продать не можем. Так, давай глянем длани. Картианская, туфли времен года. Да, вообще пока ни одно не повторилось, обалдеть. Вот, чародея, чародея, чародея. Предвестника и дом баллад. Зачем я вот это все храню? Ну ладно. Ладно, пес с ним. Так, у нас место сейчас будет. А, да, 38. Обалдеть. Ваш дом. Домой пришла доставка из ксанеронского шелка. Нифига себе. Что за фигня? Ранец разносчик капуст с момента последней направки шелка прошло. А чё, а зачем он нужен-то, этот канеронский шёлк-то? Так, это предмет. Шёлк из паучьего леса в Долентаре. Можно пошить дорогую одежду или сделать что-то другое. А я его не продал случайно? Нет, вот он. А, подожди, это не он, у него. Так, давай, кстати говоря, давай сразу вот этот вот знак короля. Это что такое? Этому лет носил король Винсен из дома Баллад. Знак лидерства, необходимый для повествования Великий Баллад. Лишь тот, кто встретит деву Уандемира, достойный этой награды. О, я не знаю. Ладно, давай ставим пока. Черт его знает. Так, мне интересно. А я остальные... А, вот, все нормально. Просто какие-то джезлы какие-то. Вообще ни черта непонятно. Нужны они, не нужны. Ну, чтобы они с тобой-то были, блин.
Еще с книгами непонятно. Я в каждую дыру залезаю, но пока одна книга от меня ускользает. Вот этого Фила или как там его. Вот, и что с ней делать, пес ее знает. Так, нам надо вот в ту степь, да? Да. Продолжим с того же места. Тут недалеко. Блин, хоть бы он был под мостом, пожалуйста. Блин, он на мосту. Ладно. Так, подожди. А, ну вот наверх, сверху можно нормально пройти. Так, на этого гумплена вызывать. Так, ты чё такое включил-то? Говно какое-то. Блин, насколько же... Насколько же хуже эти кинжалы против чакрамов. Просто пипец. Издалека просто зашмаляли. Обалдеть. На следующем уровне, кстати говоря, нам надо прокачивать обязательно магию. О. Так, очень легкий шанс. 90 сюда. А вот, чтобы у нас этот до 38, да? 38 у нас ловкость взята, чтобы этот следующий уровень вот этого... карты, короче, взять чернокнижник или как-то так. Так, кто там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, извините, пожалуйста, а вы кто? О, нифига, прикольно. Вообще и замораживает меня. Так, ну... Тихо-тихо-тихо. Фигася. Ну вот перекачались, но это... Если кто смотрит Dungeon Lords, то я там, да, я люблю это дело, перекачиваться. Самый дешевый, самый классный способ именно не терпеть, да, в плане прохождения потом игры. То есть ты пользуешься всеми возможностями, прокачиваешься просто очень сильно, да, и тебе намного-намного проще становится дальше проходить, нежели ты быстренько пробежался поверхностно. И потом на каком-нибудь боссе начинается такая жопа, что ты все проклянешь, блин. Так, что это такое? Что у вас здесь происходит? Ну-ка. Скажи, чужак, не встречался ли тебе юноша в этих развалинах? Или эти двое голубков, которые глаза друг от друга не могут отвести? А, это не про этих? Не про которых мы там освободили юноша? Да, его зовут Турин, мы вместе обследовали руины, нужно найти его. А, так, а кто квеста дает? Господи, кто это? Ну, они мои друзья, мы вместе сюда забрались, но я не уверена, что у нас всем отсюда удастся выбраться. Нужно помочь найти его. Рейнс Магра в порядке. А что это, типа, можем... Давай, нужно помочь найти его? Думаю, с ним все хорошо, но тем не менее. Если Турин найдется, пожалуйста, отправь его ко мне. Мне нужен чертов свиток. Напомни, какая была нужна помощь? Подожди, так нам, на, получается, его теперь найти. Мы с друзьями обследовали руины и разделились. Я прошу тебя найти молодого Альмейна по имени Турин. С ним был свиток, который мне нужен. Ага, голубки. Когда мы потеряли Турина, Марга и Рейн сами хотели уйти. Я не возражаю, я знала, что им нужно было. Все время от них не было никакой пользы. Джеда Керин. Я не соглашусь на жизнь простого обывателя. В этих развалинах спрятано сокровище, я найду его и буду наслаждаться богатством и комфортом, которое заслуживаю. Самоуверененка, ненька. А, лорка Рейн. Мы думали, что найдем тихие забытые забытые руины, полные золота, как бы не так. Только духи, терновники, болтливые феи. Оздуин. Ты уже встречал невыносимого эльфа, которого вечно бубнит про цветы и времена года? По-моему, он вообще не слышал, что я ему говорила. Свиток? Да ничего особенного, просто контракт. За него мы должны были получить много золота, но теперь я думаю, что главное богатство унести отсюда ноги. Турен Уэль. Это только что был рядом, а тут раз и исчез, и это так на него похоже. Болван, не стоит брать его с собой. Не стоит его брать с собой. Давай-ка вот так вот сделаем. Мы же его нашли, а что теперь нам? Отыскать Турина. Подожди, так это не он, что ли? Он, наверное, вернулся куда-то, да? И нам надо, собственно говоря, сейчас вернуться в его... Как бы это правильно сказать-то? Место расположения. Вот, и попросить свиток. По сути-то, шило на мыло.
Ничего особенного. Блин, на карте не, эти цветки не показываются. Пипец, на алхимию качать. Зараза. Холера, как сказал бы Геральт. Ой-ой-ой. Че ты пальцем-то показываешь? Воите. Ох, ты урод, а? Ой, хорошо улетело. А чё этот? У меня все закончился? Братан-то. А, нет, он там бесится еще. Вот он мог быть последним удар, очень обидно было бы. Но, братаны, мы теперь прокачаны, просто пипец. Ну ничего, даже ничего не упало с них. Так, давай глянем. Я не думаю, что нас туда пустит. Но, тем не менее. Это вот здесь. Ой, вообще не здесь. Отлично. Так, давай. Это какой-нибудь йотун... Йотунхельм, какой-нибудь йотун... А, это ставка онха. Что, все понятно было сразу. Так, наверное, нас без ключа сюда не пустят. Если пустят, то зачистим. Ага. Давай сюда. А, вот тут нас не пустят. Нет, тоже пустят. Ну, давайте. Ставка онха, так ставка онха. Потайная дверь. Сразу откроем. В принципе, без разницы, тут мобы, они не ресаются, я так понимаю, да? Поэтому, что мы сейчас всех завалим, что потом, разницы особо никакой. Нифига себе. Взломать что-то можно. Еще и угадал. Так, туфли. И все, да? Ну, не шибко что-то было, блин. Плохо только то, что... Если позадать... О, блин, нифига себе. Плохо только то, что... Плохо только то, что... Как-то чешском. Плохо только то, что... Какой-то чешский язык прорезался у меня. Чешские корни, блин. Плохо только то, что... Ой, тут, походу, замок-то огромный. А чё он этого нашего братана-то всё? Похерил, что ли? Где он там? А, зайчик кучит. Давай, брат, покажи всю свою ярость. Кто кого? Да ты чё стесняешься-то? Давай. Ясно. Понятно. Так, тут просто тьма какая-то. Просто тьма. А, слушай, так это сюда можем зайти? А, нет, не могу. Так, у нас там тайная дверь, давайте. Тайная. Тайная дверь. Осмотрим. Кстати, интересно, есть тут эти мимики? Ой. Ой-ой. Было бы прикольно бы, да? Так. 26 брони, обаяние плюс они. Ну, говнецо. У нас тут 25 урона ядом. Кстати, 25 урона ядом, это, мне кажется, вообще лютая дичь пока. То есть она вообще... Не хочу. Особо ядом у нас урон-то нет, да? Так что, может, стоит подумать даже, что на смену. Вот, но... Так, это у нас какой-то конечный вариант, да? Мы туда спрыгиваем и все, типа... А, ну вот, вот. А, подожди, каким-то рычагом неподалеку. А как сюда попасть? Ага. Все закрыто тут, ну ладно. Каким-то рычагом неподалеку. Подожди, а может что-то я проворонил? Где тут рычаги? Скорее всего, это, конечно, по квесту все открывается. Но обычно подсвечиваться. Так, а давай сюда заглянем. Если это вниз. Ну да. А пока прыгать не будем. Офигеть, такой кусок стены отвалился. Как штукатурка, блин. Так, у нас только сюда получается. Давай, разбираем.
Сюда. Так, вон эти ятуны. Как же он плохо прыгает. Так, пошел вон. Давай сюда. Так, ну здесь, кстати говоря, здесь тупичок. Похоже, да? Я понял. То есть, получается, эта дверь, наверное, сзади, с обратной стороны, короче, открывается. Все. Я все понял. Какой-то босс хоть бы тут был бы. Замшелый один тут. Так, давай, братан, неси его. Уф, здесь добью. Хорош. Так. Блин, ладно, пока перед боем, наверное, включим, чтобы подольше она работала у нас. Так, очень легкий, давай. Вот сейчас что тут? Хипешку найдем. О! Отлично. Так, давай. Нашли и сразу сожрали. Пойдет. Так, ну давайте, мерзавцы. Так, я так понимаю, что мы вот так вот выйдем, да? А потом вот здесь вот так, наверное, во. И никаких секретов, типа баллон. С той стороны все открывается. Так, а что у нас тут? Ха-ха, досада. Ну ладно, дверь хотя бы не заперта была. Пойдет. Это какое-то старое тюремное помещение, да? А, сразу тут осматривать, потому что непонятно, по заданию это будет или нет. Возможно, если задания никакого не будет, то мы просто-напросто провороним, грубо говоря. Поэтому изначально сразу надо идти. Выстрел, что ли? О! Да ты, зараза, ну мог сдохнуть, а у тебя там хелов осталось. Блин, я понадеялся, что, типа, знаете, завалю его. Вот, чтобы этот самый не хилиться. Понадеялся, тут тупица. Стебли сативы. А, ну, это мы знаем, это мы знаем. Название просто не заметил. Ой, давай, сложно. Вот тут бот жопа чувствую. 13%, обалдеть. Уху. Обалдеть. Вот даже сложный не так влияет, как влияет расположение вот этих вот штучек. О, кстати, мы почти подохли уже. Как влияет расположение вот этих вот хренотеней. Либо они хорошо расположены, тогда неважно какого уровня, либо они хреново, и тут на простом можно зафейлиться. Так, отлично, хп собираем. Кстати, у нас хп не так много, да? Ой, что-то можно собрать, что-то. Показывает, что что-то можно собрать с него. Хп не так много, что даже самые мелкие баночки у нас восстанавливают неплохо. Кстати, йотунов тут не так и много. Сейчас бы этих, не йотунов, а вот которые там эти... Этины, во, этины. За этинов хотя бы опыта много давали. За йотунов что-то вообще смех какой-то. Так, ну, я так понимаю, нам вот сюда надо спрыгивать. Бах. Что такое? Ага. Заберем. Че, хренак, прикиньте, эта дверь надо было вот открывать каким-нибудь рычажком вот там. Ха-ха-ха, вот это вот прикол. Вот это прикол. Надеюсь, разрабы до такого не додумаются. Успею. Да успел бы, тупица. Ждешь там свои эти пока вернутся, сраные. Чё там? Кого призываешь, тупица? Ой, там кто-то бежит уже на нас. А чё это, всё?
Да, походу. Так, ну давай, наверное, вот так вот сделаем. А, эти вообще там, они... Они там, чё, ну чё бесятся? Они меня, наверное, видят... Ой, слушай. Они меня, наверное, видят, но не могут ничего сделать. А если вот так? Не, блин, не пробивают. Так было бы здорово. Тихоря бы их заколошматить. Так, давай. Эти вообще, да, вот легко. Потому что они легкие. А вот эти вот тяжело, потому что они тяжелые. Сейчас банк из ХП так у нас, наверное, самый такой ходовой товар. Тихо, тихо, тихо. Так. Ловушки тоже у нас не представляют опасности уже совсем. Прям на бегу уже разминирую все тут. А, ой-ой-ой-ой-ой. И, кстати, у нас нет этого, да? Гуси тут какие-то, обалдеть. У нас, кстати говоря, не хватает... души и как... Ну, на юдонов, честно сказать, даже не хочется тратиться, блин. Они эти... малоопытные. Они неопытные. Ух, как улетело. А давай, уходи. Тут падла, откуда вылез-то? Да куда ж ты порталишься? Вот назад нажимаю, осел этот куда-то портальнулся. В жопу мира. Так, а чё наш братан-то где там? Падла. Фу, зараза. Нас братана завалили. Обалдеть. Так, ну... По крайней мере, это души этой судьбы набрали. Так, кстати, тут... Сейчас, прикинь, тут на опыт, вот будет жопа. Было бы круто, там какой-нибудь босса бы встретить. Нет, какой-то заряд какой-то тирадидона. Они еще зеленые, видите, то есть как бы... Не шибко много чего с них и будет-то. Ни опыта, ни денег. Кстати... Собирается прям отлично, да? Каждая, можно сказать. Так, что там у нас? А, ну вот, все. То есть, получается, здесь, скорее всего, заданий никаких нет. Здесь просто вот... ну, подкачаться немножко, да, там, шмоточки каких-то найти. Не шибко, что тут есть. Так, давай забираем. Если сейчас тут какой-то босс будет в конце, то вообще кайф. Как-то, знаете, закрыть. Ты не босс? Йот он босс. Да куда ж ты порталишься-то, осел? Назад нажимаешь, он порталится вперед. Уступиться. Опять! Ну ты и урод. Так это жесть. Что за дебил? Ясно. Блин, управление здесь дурацкое. Вот ты держишь назад и нажимаешь пробел, и этот осел прыгает вперед в саму толпу. Что-то какое-то... Начинает раздражать это, блин. Вот. Ох, тихо.
Ой, хорошо сбил. Хорошо сбил. Так, нашего этого пацана, походу, там вообще растерзали, да? Отлично, пойдет. Нет, жив. Так, пойдет, 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 пойдет. Да, таким молотком прилетит, так я думаю, что мало ли что, мало что тебя должно по идее спасти. После такого удара. Ну давайте босса какого-нибудь крутого. Крутого боссяру. Какого-нибудь вождя йотунов тут, я не знаю. Что-нибудь такое. А сейчас, наверное, просто рычаг дернем, типа, и все, да? Да. Хе-хе, ты, блин, пипец. Ну, ладно, тут без этого, без... Ну давай. Без каких-либо амбиций, да? Без каких-либо амбиций. Так, а мы можем вот сюда? Нет, там и там ничего нет. Слушай, вроде даже ничего. Ладно, зачистили, и ладно, и пойдет. И хорошо, и спасибо. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Немножко набрали, нормально. По крайней мере, хотя бы судьбы нащелкали. Будет полезно куда-нибудь ее зарядить. Так, что у нас тут есть? У нас вот сюда бы надо добраться. Давайте, наверное, тогда... Что это такое тут? Ладно. Ну, на них вот точно не стоит юзать. Блин, вот уроды-то, а. Так, давай-ка вот так вот. Ощущение, как будто они нас не видят, да? Смотри, имба. Обалдеть. О, так, если так. О. Как же круто, а? Ломаем игру, черт возьми. Так, есть? Спрятались просто на виду, обалдеть. Оу, тихо. Подождите, мне надо починиться. А прикинь, да, так посреди боя просто встал и начал чиниться. Так. Да, ладно. Так, сейчас нам надо как-то свалить от них, от всех. Ай, иди ты нахрен. Вот так вот, чтобы слишком много мы их завалили уже. Кстати, на вот этого лоботряса надо призвать. Да иди в жопу. Фу, блин, это пипец. Такие мерзкие. В общем, противники такие мерзкие. Не станет что-то постоянно. Все как-то... Какое-то зло от них. Что такое вообще? Я понял. А где уважение к противнику? Не видите, я чинюсь. Так, нам надо теперь куда-то в воду нырнуть. Как-то. А, ну вот. Фига себе, ясень, не упуск, там куча денег. Так, а как туда попасть? Я так понимаю, что можно туда только спрыгнуть, не? Типа с какого-то уступа, вот с моста, может быть. Хотя... А, ну вот, наверное. Потому что тут такие обрывистые эти. Скалы какие-то. А, вот, наверное, да? Нифига. Ладно, вот пологий спуск, тут точно можно. Кстати, он плавает с такой же скоростью, как и бегает. Просто обалдеть. Просто олимпиец какой-то. Интересно, тут ограниченные уровни или нет? Если нет, то тогда тут с 25% можно неплохо так... Пофармить, да? Потому что у нас в Исе есть алтарь прям стоит, да? Можно туда постоянно порталиться, вот, брать бафы, вот, и сваливать дальше. И 20% опыта — это просто колоссально, конечно. Так, пойдем, наверное, по заданию туда. Посмотрим, что этот лоботряс там. А, ты смотри, тут у нас стоит, ждет. Заодно вот эти все
сумочки найдем. Вот тут какой-то алтарь, и вот тут вот что-то не открытое. Давайте туда тогда пока. Ближе к этому квесту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, медведь, я тебя не видел. Ну, кстати, медведь... 64 опыта, обалдеть. Так, блин, придется взломать. Так, вот здесь, теперь точно здесь. Чуть-чуть. О, чуть-чуть сюда. Вот так. О, ребята, вот эта вещь. У нас теперь весь сет есть. Офигеть. У нас теперь шлем скитальца, и у нас получается два к способностям ловкости. Вот это урод, жесть. Вот это урод. Так, но у нас получается... Корин спрятался в пещере, где нашел эти доспехи. В них он предстал перед неприятелем, одержал победу. Ну, шлема, конечно, атас. А вихрет что добавляет? 25 здоровья, критический удар. А, ну тоже 2 к ловкости. Но тут у нас 15 урона ядом. Сопротивляемость кровотечению. Вообще ерунда. Вот 2 к ловкости. Так, у нас получается что по способностям уже? 39. Ага. То есть получается мы у нас 3 ловкости. Просто с ума сойти. То есть минус 3 можно брать. Просто обалдеть. 86. Вот, а теперь смотрите, следующий уровень уже не показывает. А где этот лоботряс? А, его нет, да? Да, следующий уровень уже не показывает. То есть мы уже прям слишком взяли. Здесь, наверное, подразумевается, что на один, что ли, хрен его знает. Хотя, блин, странно как-то, да, вот здесь вот. Наверное, вот надо брать именно до 3, получается, минус 3, но мы меньше возьмем. То есть нам надо раскидываться на большее количество этих навыков. Тоже, в принципе, бред. Вот, так что черт его знает. Здесь какая-то странная реализация. Вот сделали бы просто, да, вот не которого ты взятый, да, например, а просто плюс 1, например, там ты одеваешь, и у тебя есть 3 очка, например. А потом откуда-нибудь там убавляют. Ну как-нибудь по-другому, в общем, постоянно, чтобы он не дополнял. Что-нибудь типа такого. В любом случае, само по себе-то не, этот самый, не сбрасываться навыки. То есть надо как-то этот... Может там, я не знаю... Этот, ну, короче, я не знаю, короче, как-то по-другому. Потому что это как-то по-тупому, блин, сделано. У тебя плюс один к ловкости работает только при неполных. А, кстати... А может, когда ты до конца прокачиваешь... У тебя еще навыками возможно поднять там, например, несколько, ну там, 2 уровня, например, или 1. Надо, кстати, проверить это было. Ну-ка посмотрим, это сейчас лоботрясина. Много нас будет? Вообще урон не проходит по нам. А, ну вот прошел. Вот этими штучками, которые нас убивали. Вообще урон он не наносит, вот смотри. О. Вообще урон не наносит, обалдеть. Он такой прямой атакой нам урон нанес. Либо он не попал. Ой-ой-ой-ой-ой, извините, был неправ. Вот этого шляпа урон не наносит. А прямой урон у нее, конечно, колоссальный. Обалдеть, чуть не помер. Зря быканул. Так, ну давай. Что-то тут еще где-то. Подожди, это что тут? А, сверху, видимо, да? А, подожди, там еще что-то есть, смотри. Обучает нас еще кто-то, нифига. Или что это такое? Обучалка, реально. Какой-то этот, отшельник. Торвальд Ульфсон. Ну-ка, встать! Тоже скрываешься от проблем. Ну-ка, а ты чему обучаешь? О, 2 текущих навыка. Взлом замков. Взлом замков, обучиться. Какую-то ворюгу нашли. Замечательно. Да давай, встать, когда с тобой разговаривают, подпоручик! Тебе на гольфары по пути не попадались, такие злобные на вид, с бородой клинком, нет? С бородой клинком, отлично. С бородой клином. Лорка Рейн. Сюда нет-нет, да и опять сусунется очередной кладоискатель, думая, что руины ломятся от древних сокровищ. Все они просто чокнуты, если хочешь знать мое мнение.
Обучение взлому замков. На самом деле все просто, нужно лишь привыкнуть. Как только освоишься, все двери для тебя будут открыты. Торвальд Ульфсон. Меня называют вором, но я никогда ничего не крал. Я лишь порой могу заглянуть в какой-нибудь дом в отсутствии хозяев. Не пойму, чего они так злятся. Так что я выбираюсь сюда, отсюда время от времени и жду, пока в городе все не уляжется. Ну, ладно. Так, я тогда, так сказать, за всех жителей опустошенных тобой домов. Ух ты. Отомщу. О, сила. Блокирование урона, блокирование. Блин, блокирование урона. Это самый ненужный навык в игре. Вот отвечаю, ни разу в голову. Блин, давайте как-нибудь попробуем сейчас поиграть через блок. То есть не через уворот, а через блок. Возможно, реально классная тема. Господи, забегал, блин, так. О, слушай, а так-то тема. Ну, я просто думаю, что, например, йотунов этих, да, я не думаю, что мы сможем заблокировать эту тварь. Там же просто пипец, молоток с меня, чё блокировать? Мне кажется, там... как сказать-то... Проще говоря, просто не сработает. Ой, так это, за ними охотится ещё, смотри. Чё, и победил, нифига псих. Так, а мы можем пещеру туда? Там вроде как нет ничего, да? Подожди, у нас где-то трепотня тут. Ну, кстати, а неплохо с этот блокирование урона-то. Ну, он, правда, все равно не ставит их, но с блокировкой прикольно. Немножко хотя бы как-то ощущаться по-другому. Кстати, а может быть неплохой вариант. Надо попривыкнуть. Может быть и неплохой вариант. Тут сумка осталась. С этой, с блокировкой-то. И хотя бы как-то реализовать ее, блин, пипец. Правда, у нас билд на уклонение с ядом, но ладно. Ладно, так, трепотня где-то там. О, в Далентаре все открыли, отлично. She does embody nature's truth, a sharp and silent, simple truth. And yet Olin will always shine among the planet's lore. For humble though her carriage be, a greater knight we'll never see. Так, все, трепотня закончилась. Так, давайте, наверное, с этим лоботрясом поговорим. Вот, и все вроде... А, смотри, вот тут реально просто дверь какая-то. Вот отвечаю. Сейчас какая-нибудь тварь выйдет. Ладно, давайте... А, я понял. Мы труп нашли. Давайте, наверное, в следующей серии его обыщем. Потому что я боюсь, что сейчас тут вот оттуда кто-нибудь вылезет. Вот, и начнется какая-то движуха. Вот, и тут еще на 20 минут. Вот, а времени у нас уже, к сожалению, нет. Ладно, блин, какая дурацкая шапка, просто не могу. Ладно, все тогда, ребятушки. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всем самого хорошего и всем пока.